Всех приветствую на канале. Давно не было видео. Вот, решил записать. Делаю тут себе мастерскую. Ну и встал вопрос о тисках для сварки. Эти тиски я не хочу отсюда забирать, хотя они и условно передвижные. Но тут еще придется поработать с какими-то крупногабаритными вещами. Ну и вообще в хорошую погоду на улице довольно-таки приятно поработать. А туда делаю новые. Вот, значит, ну там условия такие, что, возможно, придется их потом оттуда убирать, поэтому закапывать длинный столб или бетонировать тем более его, ну, не пойдет, в общем, такая установка. Поэтому сделал на диске. Дно в диске заварил наглухо там железом, для того, чтобы насыпать внутрь диска земли, чтобы оно стояло, эта вся конструкция более устойчиво. Вот. Но суть ролика не в этом. Я думаю, по названию вы поняли уже, что тиски эти переворачиваются на 90 градусов. Вот здесь вот такая защелка, которая удерживает их от переворота в вертикальном положении. То есть так они не переворачиваются. А чтобы перевернуть эту защелку, нужно потянуть сюда. И одной рукой это делать неудобно. Двумя руками это делается вообще налегке. И, пожалуйста, тиски в другом положении. И вот для чего это нужно. Сейчас я вам покажу. Вот есть лист металла. От него мне нужно отрезать полосу. Зажать этот лист горизонтально в таких тисках не получится, потому что на такое расстояние они не раздвигаются. А резать в таком положении, ну, мне лично неудобно. И отрезать ровно в таком положении не очень-то получается. Ну, по крайней мере, это требует дополнительных усилий. Вот. Именно для этого я сделал переворот. Одним движением это дело переворачивается. Опять же, одной рукой неудобно. И, пожалуйста, спокойно, красиво отрезай без проблем. Также со сверлением. Так, как в стенку сверлить, не очень удобно, опять же. Требует дополнительных усилий. А так просверлить намного удобнее. Та же хрень со сваркой. Бывает, что нужно варить сверху и с другого боку. Зажал, с одной стороны проварил, перевернул, с этого угла проварил. Жалко, конечно, что не вертятся они на 360 градусов. В принципе, можно было сделать и так, но это уже совсем другая история. Пока хватит и такого наклона. Вот, может быть, кого заинтересует такая конструкция. Для этого и записываю ролик. Про основание, кстати, на форуме подсмотрел, там было обсуждение передвижных тисков, и предложили сделать такое основание и залить бетоном. Но бетоном я заливать, естественно, не буду, а земли туда насыплю. Так, в случае чего, можно будет землю оттуда изъять и, пожалуйста, опять легко куда-нибудь перенести. Ну вот, что хотел рассказать. Спасибо за просмотр. Может быть, кому-нибудь пригодится. Всем пока.